22 декабря после завершения официальной церемонии встречи состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Исламской республики Афганистан Мухаммадом Ашрафом Гани один на один. На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политической сфере, подчеркнуто наличие хорошего потенциала для развития экономических связей. Отмечено значение визита с точки зрения укрепления наших связей. Во время беседы был проведен обмен мнениями по двусторонним и международным вопросам.